Рядом со мной Аня, это дочка Алексея Панина. И мы сейчас находимся на премьере твоего отца. И у нас, кстати, одно видео на нашем канале с Аней набрало почти 100 тысяч просмотров. И вот оно. Загадала? Да, чтоб Путин умер. Что? Это было видео. Ладно, хрен с ним, с Путиным. Сегодня что ты пожелаешь в этот важный день для своего отца? Единственное, что я хочу сказать, то, что моему папе не нужно ничего желать. Ему надо просто стоять, восхищаться им и аплодировать за то, что он никогда ни за что не пытался держаться, а просто говорил правду. И то, что он просто гениальный актер. И все. Это круто. А Путину, я извиняюсь, что я пожелала смерти. Такому человеку не просто надо желать смерти. Ну, помучиться еще можно. Я знала, что ты что-то сказанешь.